С особой наглядностью достижения пленэрного направления школы Яна Дэвидса де Хэма, в русле которого работал Кик, проявились в работах двух непосредственных учеников последнего – Элиаса ван ден Брука и Якоба ван Валскапеле, блестяще усвоивших живописные приемы, особенности светотени и колорита, то есть всю внешнюю оболочку стиля Яна Дэвидса де Хэма. Год рождения Элиаса ван ден Брука легко устанавливается из опубликованного Абрахамом Бредиусом нотариального протокола, составленного 27 августа 1665 года. Из него следует, что Йохан ван ден Брук, отец 15-летнего сына Элиаса ван ден Брука, обязался уплатить амстердамскому художнику господину Корнелиусу Кику за 4 года проживания своего сына в доме Корнелиуса Кика за еду, питье и стирку белья, и за то, что Кик все это время работал со своим учеником по 140 гульденов в год, а спустя 4 года еще 100 гульденов. Причем отец обязуется взять на себя расходы на одежду для сына. В своей книге упоминает о художнике и Арнольд Хаубракен, указывая, что Брук следовал манере де Хэма. Хаубракен пишет, что Брук жил в Амстердаме около Утрехтских ворот, в доме, при котором был свой сад. Он создавал очень оригинальные и занимательные композиции из цветов, кротов, змей, ящериц и так далее. Умер он в 1708 году в Амстердаме. Зарисовки на пленэре в собственном саду и помогли Бруку при написании картин в мастерской сохранить ту правду световых и цветовых отношений, что давала ему работа с натурой. Это хорошо видно на примере букета цветов, находящегося в Оксфорде, в музее Ашмолинг.